Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на разведывательный бронеавтомобиль образца 1935 года Панар 178. Это новинка у компании ICM, но по сути это как бы и новинка, и не совсем новинка. Это у нас идет объединение двух наборов в одном под номером 35381. Компания ICM уже выпускала данный бронеавтомобиль. Также отдельным набором шли экипаж данному бронеавтомобилю. Ну, теперь приступим к обзору нашей модели в данной коробке. Снимаем наш красочный бокс-арт. И открываем коробочку. В коробке нас ждет два пакета с ледниками. Также инструкция. Так, на наборе у нас две инструкции. Вот начнем с более большой, скажем так. Это у нас модель под номером инструкции. Так, я вам сейчас скажу. Да, это у нас идет объединение наборов под номером 35373 и набора под номером 35615. Это экипаж у нас, а 35373 это сам автомобиль Панар. Разведывательный бронеавтомобиль. Первое, что мы видим, это у нас инструкция в формате журнала А4. Далее я вам покажу наши цвета, используемые при окраске. Цвета даются в палитре Revel и Tamiya. Давайте, друзья, посмотрим, что у нас идет. Так, вот наша декалька. Лежала в инструкции. Давайте вам приближим. Так, тут у нас показаны ледники, красным обозначаются неиспользуемые детали в данном наборе. Ну и пошла непосредственно сборка. Судя по инструкции, у нас имеется в наборе двигатель, и двигатель достаточно детализированный. Сборка. Инструкция у нас подробная, поэтому при сборке не составит сложности ни новичку, ни профессионалу. Скажем так, инструкция не доставит проблем. Так, ну и теперь наш вариант окраса. Это у нас дается Франция весна 40-й. Франция еще одна весна 40-й. Далее. Опять Франция весна 40-й и еще Франция весна 40-й. То есть у нас дана машина на 40-й год. Просто у нас используются разные части, где она использовалась. Далее у нас инструкция для фигур. Так, вот наши номера. Тут у нас показаны буквенными обозначениями цвета, необходимые при покраске. Цифры — это у нас номера деталей на ледниках. Давайте сделаем обзор сначала с миниатюры. Так, голову у нас получается сделано отдельно от туловища. На всех головах, кроме одной, у нас имеется головной убор. На одной голове головного убора у нас нет. Также хочу обратить внимание, что кисти, они сразу сделаны, отлиты вместе с руками. Так, по поводу
ты каприсфор, он отсутствует по поводу обоя, также отсутствует данная миниатюра, проблем вам доставить не должна. Ну и наш сам фонарь. Деталей небольшое количество, поэтому модель будет собираться быстро. Также у нас присутствует резина. Резина сделана из резины. Вот наши покрышки. Сразу хочу обратить внимание, что покрышки отлиты отлично. На покрышках нет никаких либо сдвигов там или еще каких может быть дефектов. То есть покрышки отлиты отлично. Ну и давайте непосредственно к нашему набору. То есть хотел бы обратить внимание, допустим, на данный литник. На данном литнике присутствует у нас большое количество мелких деталей. Хотел бы обратить внимание, что на каких даже самых мелких деталях у нас отсутствует обои. Пролиты все детали четко и хорошо. Поэтому сразу хочу обратить внимание на данный момент, что модель пролита у нас отлично. Каких-либо дефектов на данном литнике нет. Так, и я так понимаю, у нас тут даны две башни. Дальше наш следующий литник. Он будет маленький. Это у нас наши диски. То есть тут прилиты хорошо, на дисках присутствуют какие-то болтовые, возможно, соединения. Это достаточно хорошо украсит модель. Ну, интересно, что все это хорошо прилито, все хорошо. Да, все отлично. Далее, следующий литник, это у нас литник с деталями кузова. То есть у нас здесь имеется, ну, скажем так, что-то типа пола в грузовике, он сделан рифленым. Также у нас, хочу сказать, что толкатели будут находиться все на внутренних частях элементов, и видно их не будет. Так, обои или каких-либо других дефектов на данном литнике нет. Ну и наш последний литник в данном наборе с деталями кузова и двигателя. Так, на корпусе также присутствует клёпа. Сделано хорошо и качественно. Так, ну тут все хорошо. Толкатель также находится на внутренних частях элементов. Вот, друзья, на этом я завершу наш обзор. Обзор модели Planar 178 от компании SM. Модель отличная. Качество отливки в данной модели отличная. Каких-либо дефектов на модели не обнаружено. Всем спасибо, всем пока.